Привет, уважаемые любители шахмат! Совершенно неожиданно для всех, ну и для меня в том числе, нам подарили в связи с борьбой с коронавирусом неделю отдыха. Всех просят оставаться по домам. Многим рекомендуют лежать на диване, смотреть телевизор и ничего не делать. Я предлагаю провести эту неделю с пользой. Тем, кто смотрит это видео, я предлагаю пойти по ссылочке в описании и попасть там вот на такую Google форму. Можем выбрать не дебют, как тут написано, а дебютный вариант и интенсивно изучить его в течение недели. Предлагаю на выбор любой вариант из защиты Каракан, либо любой вариант из французской защиты. Тем, кто заполнит Google форму, для них завтра, то есть в субботу, в воскресенье, я проведу бесплатный вебинар по теме, как изучать дебют, как изучать дебюты, дебютные варианты, что для этого нужно делать. И, в общем-то, вы сможете при желании самостоятельно заняться изучением любых дебютных вариантов после прохождения этого вебинара. Отвечу на вопросы, покажу, как работать с программой ChessBase и так далее. Итак, смотрим в описании под роликом, проходим по ссылке на Google форму, заполняем ее. И завтра с вами свяжется технический директор, чтобы сообщить, на какой площадке будет проходить вебинар. Все, с огромным уважением. Надеюсь, до скорой встречи. Международный гроссмейстер Роман Овечкин.